Наша ткань обладает одним чудесным свойством. Ее только умный и видит. То есть ее не видит человек, который не на своем месте или непроходимый дурак. Наша ткань невидима тем людям, которые непригодны к своей должности или глупы. Это получается, что вы не мой первый министр, ты не Юлия? Первый министр! Да, ваше величество. Скажи, дурак, ты веришь в чудеса? Это ткачей, первый министр. Ткачей! Ткачей, король, быстро! Ткачей, немедленно сшить мне самый праздный свадебный наряд! Все, вступайте быстрее, быстрее, быстрее! Это что за дурак там орет? Ты что, ослеп? Я первый министр! Господин министр, простите, я вас не увидел из-за этой ткани. А на слух я пока ваш голос не научился различать. А вот как вы меня увидели через эту ткань, это уже вопрос. А я по запаху эту водку за версту чую. Какая это водка? Это вода! Не надо тыкать мне этим в нос! Знаете, принцесса, ни одна пышная одежда не может скрыть пламени моего пылающего сердца. Теперь-то ты видишь, что он идиот. Здравствуйте, кузен. Здравствуйте, кузен. Вы что делаете, кузен? Вы почему появляетесь перед подданными в таком виде? Ты голый! Да не ори так.